Дорогие студенты, уважаемый профессорско-преподавательский состав, глубокоуважаемый Константин Михайлович, дорогие друзья. Балтийский государственный технический университет военмех имени Дмитрия Федоровича Устинова – это не только ведущий политехнический вуз не только России, Советского Союза тогда, но и всего мира. Это еще и символ нашего великого города, города-героя Ленинграда, города Санкт-Петербурга. Я убежден в том, что ваша сегодняшняя дата – это не просто подведение итогов, это колоссальная благодарность вам от имени города за то, что вы сохранили вот эти великие традиции. Традиции, которые были заложены 85 лет назад нашими ведущими преподавателями, профессорами, студентами, учеными. Спасибо вам, во-первых, искренне за то, что вы сохранили сложные, так называемые перестроечные годы, годы развала, хаоса, разрухи. Вы сохранили вот этот уникальный научно-технический потенциал. Вы сохранили профессорско-преподавательский состав. Вы сохранили высочайший уровень методической, научно-исследовательской работы. Вы сохранили настоящий вот этот высочайший потенциал и ту планку, которая всегда предъявлялась к выпускникам нашего военмеха. Здесь правильно отметил ведущий о том, что любой вуз, тем более такой ведущий технический вуз, он всегда определяется своими выпускниками. Не случайно вы носите высокое имя трижды Героя социалистического труда, маршала Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова. И среди ваших выпускников люди, которыми гордится не только наша страна, наше Отечество, но и весь мир. И я с глубочайшей гордостью тоже в этом зале хочу от имени вас поприветствовать наших выдающихся космонавтов, Героя Советского Союза и Героя России Сергея Константиновича Крикалева, Андрея Ивановича Борисенко. Здесь же присутствует почетный гражданин нашего города Владимир Валентинович Акрепилов. Я хочу вам сказать следующее. Два всего вуза в России, это наш университет, где почетные граждане Владимир Владимирович Путин и Вербицкая Людмила Алексеевна, и у вас тоже в университете законодательное собрание Владимира Валентиновича Акрепилова и Сергея Константиновича Крикалева присвоило вот это высочайшее звание. И как сказал наш святейший патриарх Кирилл, нет выше звания в мире, чем звание почетного гражданина города святого апостола Петра. И этим тоже необходимо гордиться. И еще, дорогие друзья, мы же прекрасно понимаем, что вы те самые люди, которые олицетворяют и укрепляют национальную безопасность нашей России, защищают национальные интересы России. И не будь вашего вуза, не будь его научно-технических достижений, разработок, не будь глубины исследований, тем более перспективных, стратегических исследований, я убежден, что национальная безопасность России была бы не на том уровне. И та стратегия научно-технического развития, которая избрана в вашем вузе, это как раз та стратегия, я подчеркиваю, которая в соответствии со стратегией, о которой говорит наш президент Путин Владимир Владимирович. Я всегда говорил, что там, где есть стратегия, есть ее внятное, волевое предъявление обществу и людям, коллективу, ученым, которые разрабатывают новейшие виды и вооружения, и техники, там всегда будет результат. Поэтому спасибо вам за этот результат. Спасибо за годы неустанного труда. Спасибо за то, что вы, я еще раз подчеркиваю, профессора, доценты, преподаватели, студенты, вы олицетворяете самые лучшие достижения в научно-технической области и особенно в области ракетно-космической техники. Я сердечно вас поздравляю от имени законодательного собрания. Я убежден, что вот тот высочайший уровень научно-технических разработок, методической работы, вот эта связь поколений останется в нашем великом и знаменитом военмехе. И пусть и дальше, я убежден в этом, ваши выпускники летают в космос, исследуют самые далекие планеты. И пусть ваши выпускники становятся ведущими академиками, учеными, руководителями крупнейших оборонных предприятий, руководителями самых крупных краев, областей, руководителями нашего государства. С праздником, юбилеем вас, дорогие военмеховцы,
И пусть всегда вас сопутствует удача, потому что в вашем деле удача – вещь далеко не последняя. С праздником! Спасибо за труд, за подвиг, за все!